Приветствую вас, дорогие наши зрители, а у нас сегодня угли или агли или огли. Помоги аристократу раскрыть жуткие тайны прошлого и справиться с душевной травмой, захватывающей головоломки платформере. Реши хитрые загадки с помощью оригинальной зеркальной механики, победи громадных боссов и докопайся до горькой правды. Игра выйдет 14 сентября 2023 года, а это значит что? А значит, что через 4 дня. Да. Есть русский язык, есть все, в целом вы это видите, вы это знаете. Вот, ссылки будут в описании, а мы погнали. Доступны настройки, которые обеспечат удобство для игроков, разные возможности, найдешь их в меню. Окей. Угли. Так, играть. Ой, зеркалка началась. Настройки. Что у нас тут есть? Полный экран, вибрация, русский язык, громкость музыки, отображение управления, да. Ну и все. Назад. Играть. Все. Так, ну что, не выключайте компьютер, пока работает режим. Так, позвольте мне одеть наушники. И стекло разбилось. Так, и чё? Пиздюк пока. Эй, кто шумит, а? Вставай, мой сын. Окно открылось, зеркало упало. Ой, бля, что такое? Слышишь? Ля, какой у него натяра. Бухарик. Ля, нихера он носится, слышь? В натуре аристократ. Ля, смотри, зеркало. Ты кто? И? Воу! Типом, о, нифига себе, как они забабахали, слышь. А как с этим взаимодействовать? Так, это поменяться телами. Может быть, мне здесь что-то взять? Так, а мне можно его как-то взять? Как-то ухватить? Так, ВСД, левый шифт, прыгнуть, сменить, и в личный штаб пауза, выпить, открыть зеркало, выбор меню, все, ничего нету. Здесь либо надо было вытолкнуть все. Опа, пиздякнулся пацан. О, бухнуть. А я подбухну и забуду о тебе. Так, хорошо, идем пока наверх. Ну, прорисовка неплоха, на самом деле. И там тоже долбится, слушай. Двоякость это такая. О! И... Ага. С. Ноль. А, нихера себе. Еба, вот это тут сделали, конечно. Угу. Типа рисунки ожили, да? Простите, пожалуйста.
Ага. Воспоминания, рисунки. Карабас-барабас. О. Зажать, да? Все, он это все в себя унял. Вернуть воспоминания 14 века? Ты можешь быть прекрасен. Я был прекрасный, как Иисус. Произведение искусств. Так, ну здесь просто, наверное, толкнуть его так вот. Он сразу автоматически все есть. Анимация настроена, все как положено. Так, у нас ключ. Ключ есть. Ой. Ай. Так, попить надо бухнуть. А я подбух. Все-таки, видите, даже здесь алкоголь А, типа он потерял ключ или что? Или... А если... Но здесь как-то надо... Так, хорошо. Подожди, но здесь он показывает как бы смена, но так у меня нету этого... как его? Ну, допустим... даже так, что ли? Топанул. То есть по факту он может, получается, ходить. Значит, вывод какой? Значит, его нужно скинуть вот так. Потом здесь нужно нажать, разделить. А, ему нужна дистанция. Угу. То есть по факту получается... По факту получаю... А, все, я походу чухнул. Подожди, надо было... Блять, а как нам теперь? Сука. Ее нельзя сильно. То есть потом, чтобы наверх подняться... Вот, его нужно столкнуть и поставить сюда. Теперь мы... Делаем вот так вот. И делаем вот так вот. И делаем вот так вот. Ага. Теперь я с ключом и ухожу в эту штуку. Теперь снова делаем вот так вот. Переключаемся. И идем сюда. Потом делаем вот так вот. Стекло возвращаем. Нажимаем О. И погнали. Она же сверху вроде. А как мне здесь подняться, вопрос? Так, вот здесь можно их разэтовать. Подожди. Значит, можно сделать и вот так вот. Нет? Вверх тоже нельзя, да? Угу.
Интересно. Так, ставим вот здесь кристалл. Не активируем порог. Нет, это не срабатывает. Бля, есть ключ, но не знаю, как подняться. Так а как вот? Ну как-то же здесь это работает, он должен перевернуться. Нет, так он идет. Можешь умереть, набухнуться. Бля. Интересно. Не, ну реально. Как, а как тогда мне забраться? Так. Блять, даже не думается, я даже не понимаю, как мне правильно сделать. Либо подожди. Ага, так нельзя. Бля, я даже прям не знаю, если честно. Значит, скорее всего, где-то здесь. Скорее всего, я просто тупо даже не знаю. Да как, блядь, забраться-то, я не понимаю. Вот смотрите, я забрал. Но дальше, что мне это? Я кидаю, я переключаюсь, я забираю. Что дальше?
Можешь как-то в другом, в разных этих взять. Да нет, здесь два таких же. Как, я не понимаю, как мне забраться наверх на самом деле. Просто даже, ну... Вперед, пригнуться, Д. Левый shift идти, прыгнуть, открыть и закрыть зеркало, о, и сменить, выпить, совет. Не работает. Ну все, по факту-то здесь ничего нету. Так а как подняться-то? Мне ж надо за что-то зацепиться. А он в воздухе, он не умеет делать ничего. Я просто тупо не понимаю. Вообще не понимаю. Он же в прыжке не может это делать. Бля, я просто не понимаю. Может, я что-то не так сделал? Подожди. Но он-то не может цепляться. Бля, хуйня какая-то, честно. Ну-ка, подожди. Ну, я, может быть, неправильно просто прошел что-то или как? Ну, не может же быть так. Надо включить здесь, во-первых, может быть, подсказки. Так, о. Ну вот, допустим, вот так вот. Потому что, ну, я просто тупо не вдупляю. Продолжить. Так, переключаемся. Забираем. Вот, может быть, здесь какая-то подсказка будет. Но оно здесь подсвечивает, то есть, типа... Так а что это мне даст? А, ебать. Охренеть, а вот это да, вот хорошо я подсказки эти врубил, иначе я бы вообще затупился. Просто обалдеть. Ля, разрабы, вы, конечно, красава. Ну, я имею в виду в хорошем смысле. Реально прям подумать и задуматься.
Так, и чё? Ну, я не знаю, здесь он пройдет, не пройдет. Чё, есть чё здесь? Так, ну здесь какие-то что-то замки, монетки. Вот здесь, знаете, это уже с какой-то степени, скорее всего, я думаю. Думаю. Это сделать вот как-то подрасчитать. Типа... Так, подожди. Вот, видишь, как шаришь. Уже начинаешь понимать, уже начинаешь более-менее вникать. А, там тень, розовый это тень, понятно. Тут нельзя. Тыдышно. Так, допустим. Да, люстра упала. Так, тогда здесь ставим тоже эту хрень. Идем вот так вот, идем вот так вот. И попробуем переключиться. Здесь тоже закрыто. Так, идем сюда. Блять. Подожди, а где молния должна быть? Ну, сосулька. Так, все, мы типа восстановились. Одиночество тебя красит. Но я не знаю, мы здесь сможем что подняться или нет. Есть смысл здесь вообще подниматься? Здесь нет подсказок, видишь? Значит, получается, что? Типа вот так бросаешь. И вот так переключаешься. И забираешь. Так, что по подсказкам? Блять, о, как же это путается все, боже. Здесь как-то наверх надо подняться. Здесь через лестницу надо наверх. Бля. Так, идем. Опа, ключ забрали. Золотой ключик.
Это вот сюда ключ? Нет, ключ не сюда. Это вон туда ключик? Так это мне здесь получается тоже ебеня какие. Ну и что вам там золотой есть, еба. Короче, дел тут до усрачки. Тут нужно просто соображать. Это жестко. Для меня это слишком жестко. Слишком медодиковато, видимо. На самом деле, очень достаточно неплохая нарисовка. Очень классная игра. В какой-то степени. По крайней мере, хоть мозгами зашевелить немного. Так это надо, прикиньте, сколько всего думать, разгонять. Вот это все... фиксировать, центрировать. Блин, это же вообще писец. Это реально вот прям попарились с игрой, на самом деле, чтобы вот это все учесть. То есть каждый сам проходил, каждый сам это все делал. Блин, ну это вообще прям шик из всех шиков, на самом деле. Вот, в любом случае не забывайте ставить лайки. Однозначно, мне кажется, они прям обязаны получить лайкосик разработчики данной игры. И на этом у меня все. Всем спасибо, всем пока.